1945 год. Советский Союз продолжает наращивать политическое влияние и военную мощь. Советский Союз остается сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Но только Соединенные Штаты обладали атомным оружием. Трумэн заявил, что мы должны развивать ядерные технологии. Флаги свободы поднимаются по всему миру. Превосходство Америки обещало быть недолгим, поскольку у Сталина уже был в работе ответный план. Во время поисков урана на маленьком острове у юго-восточного побережья СССР советские инженеры открыли Е-99 — беспрецедентно мощный источник энергии. Разглядев в этом ключ к мировому господству, Сталин бросил все силы на изучение возможностей нового вещества. Задачу поручили Виктору Борисову, создавшему на острове научный центр «Каторга-12». За выдающиеся научные достижения он получил орден Ленина. Никита Хрущев, сменивший Сталина, потребовал ускорить программу и вынудил Борисова приступить к испытаниям. Е-99 оказался мощным, но чрезвычайно нестабильным источником энергии. В катастрофе не выжил никто. Москва похоронила «Каторгу-12» и все, что с ней связано. . 2010 год. Американский спутник-шпион зафиксировал выброс радиации в этом районе. Опасаясь повторения Чернобыльской катастрофы и встревоженный молчанием Москвы, Пентагон отправляет разведгруппу в зону Каторги-12. На связи. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке. Вертушка сбита. Нас разбросало. Пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием! Судя по спутнику, вы в 30 километрах к югу от радиовышки. Капитан, ведите отряд туда. Мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа «Спарта», если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора.
ученых и инженеров в каторгу 12. Ценные минералы, еда лежат обнаружены только на территории каторги 12. Добро пожаловать! В грузовой порт прибывает окончание. Перерабатывающий комплекс служит для очистки руды и обогащения Е-99. Меры повышенной безопасности позволяют оградить гражданское население... Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлете. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперед! На помощь! Скорее! Господи, вытащите меня отсюда! Что я натворил? Ничего. Я чуть не погиб. Мне повезло, что он меня спас. Доктор Демичев отбыл в Москву. Приток новых ученых и техников на каторгу 12. Не знаю, сколько времени у меня есть, поэтому буду краток. 2 часа назад сингулярность взорвалась, погибли сотни людей. Радиация усиливается и вызывает. Титан-1, прием! Вашу мать, ответьте кто-нибудь! Ответьте и скажите, что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь! Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать! Так, ладно, без паники. Следовать приказу. Продолжать движение к радиовышке.
Титан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу. И тут кто-то... Ух, твою мать! Доктор Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен, но я все равно переживаю. Дети, немедленно спрячьтесь под стол и накройте голову руками. Вы знаете, что будет? Как они смеют ставить опыты на детях? Почему мне во время обеда нельзя сидеть за столом?
произошел новый инцидент, еще ужаснее прежнего. Превышен порог базы. Мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда. Следовать плану. Пойдем к радиовышке, может, там найдем полезное оборудование. Как разведка так лжанулась? На заброшенное место это никак не тянет. Что-то не так. По идее, мы должны слышать сигнал Идем. Форма не совсем та, что я видел, но это абсолютно точно русский солдат, я уверен. Идем. Что за хрень? Открывай дверь и прикрывай. За мной! Все чисто! Рэнка, отходи справа, я пойду слева!
радиовышки. Сейчас свяжемся с Титаном один и свалим отсюда. За мной! Будь на чеку. Проверь эту будку. Может, там еще есть один Ну все, выдвигаемся. Следуй за мной. Черт, опять эти твари. Хватай винтовку, надо расчистить путь. Пойдем. Вертолет! Только не наш! Ложись! Смотри в оба, нет ли еще где этих тварей.
связи, прием. Титан-1, Девлин-4-1 на связи, мы готовы к эвакуации. Вся группа поднята по тревоге. И здесь эти русские. Повторяю, это Девлин-4-1. Они, похоже, глушат наш сигнал. Одна русская речь проходит. Хоть что-нибудь работает на этом проклятом острове? Нет, конечно. Это место забросили почти полвека назад. По крайней мере, все так считали. А ты кто еще такой? Черт, эти парни не слишком дружелюбны. Ужасно паршивый денек выдался. Капитан Ренко. Вы капитан Ренко, так ведь? Не удивляйтесь. Фамилия написана на вашей форме. Американцы так дорожат индивидуальностью. У меня к вам пара вопросов. Фамилия, звание и номер. Больше ты ничего не получишь, Ванюша. Загляни в справочник по Женевской конвенции. Я на эту бюрократию плюнул много лет назад. Ясно. Мы офицеры армии США. Я хочу поговорить с кем-нибудь из нашего посольства. Боюсь, это невозможно. По целому ряду причин. Посольство сейчас... Так лучше. Почему вы не постарели за эти 50 лет? Объяснение только одно. МВП. Где он? К двери! Беги в открытые двери! Беги! Беги! Передавал мир 12. У вас наверняка масса вопросов, но у нас мало времени. Сюда, скорее. Двигаемся дальше. Найти!
Прекрати уничтожить! Помогите! Сюда! Меня зовут Кэтрин. Я состою в организации, известной как Мир 12. Говорит Мир 12. Наша цель – донести до человечества правду, которую от него скрывают. В 50-х годах 20 века был создан военно-научный центр Каторга-12. Правительство и по сей день отрицает этот факт. Это ложь. Мы нашли секретные документы, согласно которым на этой базе занимались изучением минерала Е-99. Программу изучения Е-99 возглавляли двое ученых. Доктор Виктор Борисов, ведущий специалист по квантовой физике. Ему так и не довелось увидеть плоды своей работы. В отчетах говорится, что он погиб во время одного из экспериментов. После смерти Борисова программу возглавил этот человек. Он втянул Советский Союз в войну за мировое господство, которую он выиграл благодаря уникальному оружию, разработанному в Каторге-12. Сегодня его знают все. Генеральный секретарь Николай Демичев, председатель мирового правительства. События, благодаря которым Демичев пришел к власти, до сих пор окутаны тайной. Мы нашли записи, в которых говорится, что Демичев – самозванец. И возникает все больше вопросов о Каторге-12. Что дало генеральному секретарю Демичеву такую власть? Что стало причиной катастрофических разрушений и многочисленных жертв? Все ниточки ведут к сооружению на Каторге-12. Сингулярности. Что же такое сингулярность? Судя по дневнику, лишь один человек может ответить на этот вопрос. Капитан Натаниэль Ренко. Наша главная задача – найти капитана Ренко и помочь ему в выполнении его миссии. Мы – Мир 12. Мы говорим людям правду. Один из ведущих ученых проекта «Сингулярность» втайне построил убежище. Ты должен найти его. Там есть другой выход. Держи. Двусторонняя рация с навигацией. Ступай! Будь начеку. Выброс радиации и сингулярности превратил местных жителей в мутантов. Не попадайся им на глаза. Близко! Иди! Иди!
мучили, просто им надоели. Сейчас мы в безопасности. Павел выдохнул лодыжку, мы боимся, что она сломана. Эту ночь мы проведем здесь. В убежище находится устройство, известное как МВП. Его изобрел доктор Барисов, один из ученых, работавших здесь в 50-е годы. Да. Эх, ребята, ребята. Извиняйте. ОБС-ка у нас исполняет, конечно, местами, да. Не записала она начальный этап звука, конечно, жалко. Но впредь мы будем стараться всегда проверять перед записью видео, чтобы не было таких проблем. Идем. Получается, все, что я говорил, все было просто так. Так вот. Если что-то было просто так, значит, мы теперь, ребята, попали в сингулярность. Это игрушка 10-го года. Здесь нам придется путешествовать во время между 55-м и 2010-м годом. Есть там такой Ванюша, есть доктор Демичев, а также Кэтрин, которая нам помогает узнать загадку. И согласно найти решение этой проблемы. 13, ладно, ребят, извиняйте, что так получилось. ОБС это такая программа, которая всегда может удивить тебя. И найти секретный вход в катакомбы — одна из этих основных задач, да, у нас. Она может крашануться, может потерять звук, потерять разрешение. Хоть что, ребята, как бы ее ни настраивали, у нее всегда бывают какие-то заскоки. Поэтому не удивляйтесь. Даже я могу замерзнуть. В принципе-то.
Будем считать, что это снова урок. Ничего страшного не случилось. Дальше будет все нормально. Идем. Так, вот, вот этот вот промежуток, ребята, сингулярность. Это портал, который нам сейчас поможет переместиться в другое измерение. Так вот и будет на протяжении всей игры, ребята, перемещаться между 10-м годом и 55-м. Во время правления Иосифа Сталина, то есть закат его в ту историю проходил. Так, только вот надо бы вспомнить, куда попасть вот. Подожди. Так, а как к нему попасть-то? Подожди-ка. Ага. Да, вот так надо было сделать. Найти вход в хранилище. Так, давайте сейчас дойдем до хранилища. Здесь, в принципе, все достаточно просто. Ничего тут сложного нет. Сейчас мы добудем себе инструмент, который помогает нам восстанавливать и ломать предметы. Вот и все. Так сказать, первая наша фича. Твой сигнал пропал с радара. Значит, я полагаю, ты достиг убежища. Да, верно. Из-за этого устройства Демичев убил твоего друга. Я понял тебя, Кэтрин. Витек Борисов. Я так хотел увидеть свет. Когда новый день настанет, миллионы лет. Наступит эра 4 миллиона лет, где прибудет новый человек. Вот она, наша плюшка. Отчет номер 19. Ну что? О возможном применении мобильного временного преобразователя. МВП, как я его называю. Так. Забираем эту игрушку. Для начала вставляем свою руку. И почувствуем всю сингулярность на себе. Сейчас нам ее соберут на руке. Некто робот. Прикольно так тоже смотрится все. Современные технологии. Все четенько, машинально, компьютеризировано и в то же время качественно. Ну что ж, вот она, наша новая игрушка. Сейчас выберемся из хранилища, ребята, на этом закончим. Разрушение полностью, да? Сейчас нам надо будет это все восстанавливать и выбираться отсюда. И мы хотим отсюда выйти. Импульс. Так, это все. Давайте выбираться. Сейчас мы сконструируем лесенку. Энергия МВП.
тебя на радаре. Ага. Ради нашего блага, надеюсь, тебе удалось найти МВП. Ты должен вернуться с его помощью в 1955 и помешать Демичеву убить Барисова. Только он знает, как вернуть историю на правильный путь. Понял. Ты чё? Лестница в небо, да? Скоро ты подойдешь к разлому. Это разлом во времени. Они появились по всему острову сразу после взрыва сингулярности. Ясно. Временной разлом. Ради такого скромненького, да? Мы собирались на Вер. 200, как бы, тоже неплохо. Ну все, давайте в разлом отправляться. Так. Так, ребята, объявим случайное положение. Давайте на этом завершим нашу первую часть прохождения. Всем спасибо, ребята. С вас лайк, подписка. Всем удачи, берегите себя.